Центральной избирательной комиссии сегодня озвучили итоговое количество кандидатов в депутаты Мажилиса. Всего по партийным спискам зарегистрирован 281 человек. Больше всего от партии «Аманат» 90 человек. Следом идут «Ак-Жол», «Народная партия Казахстана», партия «Аул», «Республика», «Общенациональная социал-демократическая партия» и «Казахстанская партия зеленых Байтак». Среди кандидатов 201 мужчина и 80 женщин. Их средний возраст 45 лет. Также сегодня состоялась жеребьевка, которая определила порядок политических партий, в котором они будут располагаться в избирательных бюллетенях. По ее итогам партия «Аманат» стала первой. Далее идут Народно-демократическая патриотическая партия, АОЛ, Республика, Народная партия Казахстана, партия зеленых Байтак, далее Ак-Жол и Общенациональная социал-демократическая партия. Рассказали в ЦИК и о количестве зарегистрированных иностранных наблюдателей. Зарегистрировано 79 наблюдателей из 9 иностранных государств и 3 международных организаций. На сегодняшний день Министерством иностранных дел предложено зарегистрировать 4 наблюдателя из 2 иностранных государств и 1 международной организации. Из них 2 кандидатуры от Королевства Бельгия, 1 кандидатура от Кыргызской республики и 1 кандидатура от миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека.